Анонс и дата выхода 4 серии турецкого сериала «Повсюду ты». Как мы помним, в предыдущей серии мы увидели, как Селин и Демир поехали в полицейский участок, чтобы пожаловаться на воров. Однако сами попадают за решетку и тем самым вляпываются в крупные неприятности. А Лейла и Фирузе придумывают новый план, чтобы сблизить Демира и Селин, которые никак не могут поделить дом. Женщины готовят десерт, который должен заставить молодых людей гореть, как в огне. Посмотрим, к чему приведут последствия. Агентство сталкивается с опасностью потерять своего самого крупного клиента. Демир хочет один разрулить ситуацию. Однако Селин и вся команда тоже придумывают план, после которого вся ситуация окончательно запутывается. Новая четвертая серия турецкого сериала «Везде ты» выйдет в эфир 5 июля в 20:00 по московскому времени на телеканале Fox TV. С русской озвучкой серия будет доступна через пару дней. А как думаете вы, смогут ли Демир и Селин наконец сблизиться после того, как побывали вместе за решеткой? Оставьте свой отзыв в комментариях. Ставим лайки, подписываемся на канал. Приятного просмотра!